В Лос-Анджелесе открывается очередной международный автосалон, на котором Subaru представит свою новую модель – внедорожник Ascent. В компании особо отмечают, что автомобиль был разработан эксклюзивно для Северной Америки. Согласно классификации, принятой на рынке США, Ascent – среднеразмерный SUV. При этом он останется самым большим автомобилем в линейке бренда. Его салон оборудован тремя рядами сидений и может быть предложен как в семиместной, так и восьмиместной конфигурации. Под капотом у Ascent расположен новый 2,4-литровый горизонтально-оппозитивный двигатель FA24 с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Как заверяет Subaru, по своим показателям он не хуже атмосферных 3,5-литровых V6. Если перевести это «не хуже» в числа, то получается 260 лошадиных сил мощности и 375 ньютон-метр крутящего момента. Естественно, в базовой версии предложена фирменная система полного привода, дополненная режимом езды по бездорожью X-Mode. За передачу крутящего момента от двигателя к колесам отвечает вариатор, который в компании называют High Torque Line Tonic, клиренс 220 мм. По части оборудования салона и систем безопасности каких-то технологических прорывов не замечено. Сборка автомобиля будет организована в США, старт продаж намечен на лето 2018 года.